Мокрое место останется от стран, рассуждающих о превентивном ударе по России в случае ответа России даже тактическим ядерным оружием. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно. В случае, например, использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место. Да, статья 5 Вашингтонского договора может быть и сработает, но государство этого уже не будет. Так что они должны отдавать отчет себе в том, что говорят, сказал Медведев, комментируя заявление Запада по ядерной доктрине России. Отметим, что ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости обновления ядерной доктрины России.